Доброго времени суток, друзья, с вами ВВ. И мы продолжаем играть в Heaven Hearts. И мне тут сообщили, почему это... Что это за сообщение выскакивает постоянно? Это, оказывается, у нас надвигается вайп. Кто не знает, что такое вайп, это... как бы полный сброс всей информации о серверах, ну, в данном случае о сервере. То есть хана всему. Все сотрут. И придется это все заново. Но не знаю, я еще не попадал на вайп, то есть я не могу сказать. Что сотрут, что не сотрут. Я надеюсь, что не удалят скиллы, то есть, ну, вот эту вот информацию, вот это вот все. Я надеюсь, останется у персонажа. Но это абсолютно не факт. Может, конечно, что сотрут абсолютно все. Так, и сегодняшнее видео у меня будет посвящено. Так, где наши ворота? Вот. А, здесь не надо. Ну да. Build gate. Вот. Строим ворота. Вот так. Оп. Так, 25 камней, 50, так, камни, я все вынес, да? Давайте возьмем камней, вот отсюда вот все камни заберем, здесь должно быть 25, и тогда всего мне хватит. Так, здесь у меня есть кирпичи, сталь. Вот, строим. Строим ворота. Сегодняшнее видео посвящено кирпичным воротам. Так. Вот так вот. И вот это мы пока выбросим. Да, вот сюда вот положим. И возьмем так, 50 кирпичей надо. Спасибо человеку из Польши, который мне оставил подарочек. Он оставил здесь кольца. Шкуры медведя, это, конечно, хорошо. Но ценность шкур медведя, насколько я знаю, это из них можно делать очень хороший, прикольный плащ. Но я не могу этого делать, потому что мне нужно... эту шкуру снять с медведя. И тогда у меня откроется этот рецепт. То есть самой шкуры недостаточно. Я набрал бревнышек. Я вам буду сейчас рассказывать про ключи. Как делаются ключи. Вы, наверное, все знаете, как делаются ключи. Но я вам расскажу еще раз. Начинать надо со скилла. Вот этот вот скилл Look and Bolts дает возможность делать, открывает возможность делать вот такую вот штуку. Она у вас будет единственная. Она делается из одного поленышко, бревнышко. Вот мы ее сначала сделаем. Вот она, вот так вот она выглядит. Ключи, кстати, в игре на данный момент все деревянные. То есть
Вот эти вот ключи, которые я сделал, они тоже деревянные. То есть вот так вот, хоп. Одну дверь мы открываем, да, и вторую мы можем открывать. Хоп. И можем закрыть вторую дверь. Чтобы сделать ключ, нужно вот эту штуку на правой клавишей нажать на дверь. И тогда вы создадите ключ. Где же он? А вот он автоматически упал сюда. Вот он. Мы назовем его. Чтобы его назвать, надо правой клавишей нажать. Это мастер-ключ делается. Мастер-ключ от славы ключ отличается тем, что мастер-ключ открывает изнутри и снаружи. А вот такие вот ключики открывают только изнутри. Так, это у нас второй. Двоечка. Двоечка. Так, Enter. Вот. Второй, первый, третий. Вот эта вот штука, она открывает, вот она. Вот она делается из одного металла. Надо разбить металл на кусочки, и тогда у вас появится вот эта штука. Если ее сделать из кусочка металла, то получается вот такое вот кольцо. Это по большому счету колчан для ключей. То есть это кольцо. Вот оно открывает такую вот сумочку. Вот мы можем ее закрыть, можем ее открыть. Сумочку для ключей, в которую помещается, вот, может поместиться 9 ключей. Да. После того, как у вас музыка у меня не играла, потому что у меня открыт ключ. После того, как вы открыли мастер-ключ, да, у вас появляется возможность сделать вот, славы ключ и мастер-ключ. Мастер-ключ это копия этого же ключа. То есть мы сделаем ее. Нужно, чтобы в инвентаре был ключ. Оригинал, да? И он с помощью бревнышка. Этот ключ не тратится. Вот, это тоже второй. Это копия второго ключа. Вот, этот второй и этот второй. Они идентичны. Так, и сделаем один. На него все то же самое нужно. Сделаем один. Вот, вот этот вот. Вот. Двоечку. Хоп, хоп. Это тоже второй ключ. Вот. И теперь у меня вот есть первый, второй и третий. Первый у меня это деревянная. Для дерева. Деревянная самая первая моя дверь. А второй у меня будет железная вот эта вот дверь каменного забора, скажем так. И у меня есть еще один выход. Еще один выход. Сейчас мы откроем здесь дверь. Вот здесь вот. Вот у меня дверь. Я не смогу ее сейчас открыть, несмотря на то, что у меня есть третий ключик. Но он у меня не мастер. То есть я не могу его открыть. Видите? Он открывает только изнутри. Ну, изнутри надо. Мне нужно выломать кусок забора вот этого. Но я сейчас не хочу этого делать. Вот. Спасибо человеку, который мне это все оставил. А вот, вот в наружную дверь в данный момент я могу открыть. И снаружи. Вот я сейчас вам покажу. Да, видите, я снаружи. Я открываю. Нет, не попал. Надо попасть на этот, на решетку. Тогда она открывается. Нет, это я попал не на решетку. Так, зацепился за что-то. Не попадаю. Видите, вот на вот эту решетку надо попасть. Хоп.
Вот так вот. Все открывается. Теперь можно зайти и закрыть за собой. Оп. И вот это можно закрыть. Видите, две двери я закрыл. Насколько я понял, вот эта радостная новость нам сообщает о том, что будет вайп. То есть, что будет минимум вайп или обычный вайп. Этого я не знаю. Я не читал этот, мой английский недостаточно хорош, чтобы перевести то, что там написано. Так, 89. Продолжаем выращивать это дело. Кто знает, когда будет этот вайп. Вот, 67 это хорошо. Сейчас мы тут все положим по местам. Так, морковка, не знаю. О. Не захотела морковка сюда ложиться. И там, по-моему, не полная морковка. То есть есть смысл сюда ложить. Да. И редиску можно положить. Редиски у меня большое количество, и мне некуда одевать. А морковку я буду есть в сыром виде огромными количествами. То есть эта морковка — это мало очень. То, что у меня тут уже несколько куч. И на этой радостной ноте я с вами попрощаюсь. Желаю всего хорошего. Подписывайтесь на канал, оставляйте комментарии. Всем удачи!